Рачишка, ты чё тут сидишь такой печальный? Да греюсь, блин, Кэп, дома вообще холодно. На газе экономим, деньги на донат нужны. Да не боись, Ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня Шторм и офигенные пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Будет горячо. Что, Рачишка, ты решил глубоко и надежно вернуться в Warface? Есть такое, капитан Очевидность. Глубоко и надежно. Ну, в любом случае, выбора-то у нас особого, к сожалению, нет. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутаген, капитан Очевидность. И мы в Warface, да. И, похоже, мне, медику, придется таскать бомбу. В принципе, почему бы и нет? В руках у нас Бинелли Игл. Орел, деточка, да? Все очень сочно и прочно, а также глубоко. Ну что ж, посмотрим, как у нас сейчас пойдет. Хочу попробовать эту пушку на РМе. Вы знаете, на ПТСе она отличалась просто колоссальными ваншотами. Правда, дозарядочка медленная, патронов мало. Но посмотрим, как она себя покажет в тактических режимах. Да, мне кажется, это хорошая идея. Это будет прямо Годнателло. Ага. Не, ну это мое почтение. Ну вот так зарашить это уметь надо. Молчать надо, понял? Ну блин, Кэп, бомбу никто не берет. Я должен был на себя взвалить эту обязанность. Странный вот этот парняга, он не читер? Нет, не читер. Понятно. Но он как-то в первом раунде всех убил. Как он это сделал, я не представляю. Ага. Да. Есть, все, первый пошел. Не переживай, рашить не рашить, надо еще и порашим. Будет нормально все. Все нормально будет. Будем строить. Ух ты, блин. Минуточку. Это что за ебейшие ваншоты? Ага, вот так вот, да, глубоко и надежно. Блин, ну я слышал, что она как бы такая нагибная. Но похоже, она по своим свойствам бить на даль превосходит даже Кобра Страйкер. До фикса еще. Ху, что-то вообще как бы очень нагибная тема. Чем-то напоминает, помните, у нас такой винчестер есть терминаторский. Вот, по-моему, вот, ну что-то похожее на него. Прям очень что-то она угодно бьет на дистанции. Прям меня радует. Кто-то бегает наверху. Блин, криво я дым кинул. Ну ладно, ничего страшного. Ладно, ладно, ладно. Переживем. Так. Вот так, деточка, все. Думал, ты... Нифига себе, пересрать так можно. Тихо. О, нет. Ага, у холодосов есть. Давай, давай, давай. Блин, жопа. Тихо. Опаньки. Так, эх, надо. Надо дожать, дожать, дожать. Ничего не дадут. Опа. Оп, тихо. Да! По-моему, это более имбовый агрегат, нежели Кобра. Да, ну, блин, конечно, Кобра, она против толпы хороша, но это тоже себя сейчас проявило, будь здоров. Да! Слушай, ну, Бинелли Игл теперь у меня, похоже, занимает топ-1 среди дробовиков вообще. Похоже, да, похоже, это самое то, это очень глубоко и надежно, очень прочненько. Хорошо идет, прям я ничего не могу сказать. Очень-очень. Я с ней немного мяса покатал, но чтоб вот так она будет впендюривать, честно говоря, не думал. Я думал, будет, ну, чуть, может, лучше Кобру, а это прям ощутимо так. Сука, ну блин, ну кто так блочит? А я думаю, они на один пойдут. Да ну мало ли что ты думаешь, Кэп. Думать можно все что угодно. Нельзя один из пунктов оставлять без защиты. Так не делается. Это тупо. Ну да, кстати, правда, никого. Хотя хрен его знает, никого. Противники тоже рандомы, могут разбежаться. Там рандомы есть. Так что, мало ли. Да блин, ну... Ну... Запоздалась, сука, с поздним зажиганием парняга. Да, так оно и бывает сейчас. Нет! Да не ходит сюда, Ракутаген, никто. Кэп, я слышал, сука, есть тут кто-то. Это в голове у тебя. У меня с головой все нормально. Почти. Во!
Вот так. А ты говоришь, не ходят. Подожди, нифига себе, вот это масленок вырос, сука, за ящиком. Так, ага, готов. Готов, снайперюга, сразу не попал, значит, отсосал. Закончик такой в Warface есть, да. Так, нас двое их двое. Так, интересно, где они? Может, до сих пор кто-то на респе тусит? Хрен его знает, я пока здесь постою. О, не-не-не, наш парняга там воюет. Давай, пошли помогать. Давай, красавчик. Блин, трупы сейчас, я бы сейчас... А, кто-то с пистолетом. Сука, ну это снайпер! А ты кого там ждал? Санта-Клауса, что ли? Да, Санта-Клауса! Не умничай, Кэп, я... немножко не досмотрел, надо было тапчик нажать, посмотреть. Ладно, ничего страшного, подумай, же и на старуху бывает проруха, и на дебуха. Так, давай, красава. Блин, натянула нашего. Ладно, ничего страшного. Сейчас мы его реснем. Дымочек пошел. Тут вроде никого. Значит, что? Значит, мы еще вот так делаем. Ну, на всякий пожарный. И опаньки, мой дорогой, вот так. Все. Сейчас посмотрим, кто кого. Мы так просто не сдаемся. Хаешечку. Большую такую, жирненькую. Нет, нет. Ох, тихо. Вот. Дальность запредельная какая. Ну я говорю, да. Кэп, а чему ты удивляешься? У нас Warface весь запредельный. Сейчас все оружие запредельное. Расслабь булки, друг мой. Привыкай, это реальность. Хорошо это или плохо? Ну блин, вроде как плохо, да, там. Все эти разговоры за баланс. Стесняюсь спросить, но кого ты там ждал? Да иди в жопу, ну блин, ждал. Санта-Клауса, сука, того самого я ждал. Не умничай. Да, Санта-Клауса ждал. Инженер есть, инженер, чё ты бомбу не берешь? Чё ты вот бомбу не берешь? Вот с одной стороны, да, оружие запредельное плохо. С другой стороны, нагибать с него приятно. Да, я об этом говорил. Так, встаем, не спим. Пацаны, ну не лезьте, пожалуйста, у нас, сука, тут... Ладно, понимаю. Ну хотя бы он выжил. Хотя бы выжил. Блин, у нас проблемы, минус 2, сука. Вот куда полезли это вообще, блин, так тупо? Там за цистерной по-любому, наверное, медик стоял, он их натянул. Так, ага. Вот так вот. Это тебе не швабра в жопу тыкать. Да унито, они с другой стороны. Это еще наукой не доказано, понял? Где-то тут кто-то есть. Да, есть кто-то, сука, на клумбах. О, я тебе говорил. Ну тут тоже кто-то был, не спорю, да, Кэп. Но если б я сейчас пошел, меня бы убили. Так что все правильно я сделал. Надо полагаться, сука, на свои, как бы, ощущения, предположения. Как бы, верь в себе. И все придет. А остальное не ипот. Да. Вовка, хедшот. Теперь он снайпером играет. Это тот самый парняга с МГ-3, который в первом раунде всех положил. Честно говоря, блин, он какой-то подозрительный был в первом раунде. На читака похож. Сейчас вроде нет. Как-то подскатился, прямо скажем. Ну, бывает, ничего страшного. Ой-ой-ой. Не, ну ваншоты вообще, конечно. Ваншоты это перфект, у меня вообще никаких претензий, сука. Прям душевно идет. Отсос Петрович прямо это вот эти... Его духом несет от этой пушки. Так... Ага. Есть, рядом кто-то. По-моему, тут на дереве кто-то. Да ладно, ты прям... Молодец. Красава, все правильно сделал. Даблкил где-то. Сука. Давай коронный дым, как на турнире. Заткнись, блин, я дым этот дал. Это было год назад почти, блин. Теперь все вспоминают про этот дым, блин. Ох, ракуха, как же так? Старый, что ты творишь? Ты что, дымов не знаешь? Да я, блин, знаю больше дымов, чем большинство игроков Warface. Целых несколько. Да. Подумаешь, один раз не так кинул. Просто это было на трансляции турнира и все. Теперь все вспоминают. Нифига, какие у тебя дымы. Нормальные дымы, сука. 90% случаев я его кидаю. Идеально так. Еще кто-то тут? Или нет? Ну ладно. Давай, вставай. Так, все, под дерево поставлю, нормально. Я почти всегда ставлю под дерево, это самое разумное. Прям так хорошо. Если стрелки есть, это прям это топовенько. Ага. Да и в принципе под дерево почти при любых раскладах лучше ставить. Ну, на РМах. На турнирах не знаю все-таки. На турнирах, ну вы видели мои прокиды, да? Как бы я молодец. Дымы мои на турнирах. Что-то я не пойму. Ты, долбоящер, опять забыл, что это снайпер, да? Нет, тут немножко все глубже было, Кэп. Я вообще не знаю, что я сейчас сделал. Я херню сотворил, честно. Нафига я вообще медиком там сидел, сука?
дебил. Я привык в последнее время, ребят, просто инженером играть. И у меня как-то вот позиции перемещения, ну вы поняли, да, как бы. Поняли, дебил. Заткнись. Давай, братуха, ну нафига вообще ты эту снайперку взял? А, все, в принципе, ладно, ты выиграл. Он выиграл, все, этот не пришел. Нафига эти понты со снайперкой? За понтом сел, у тебя АМБ-ха, короче, жди, нагибай. Ладно, это твой выбор, в принципе. Да. Мои поздравления, тебя забустили. Ты счет видел? Кто меня тут забустил, сука? Не, ну, красава, братан, как бы, заточил в конце, да. В принципе, он для этого, правда, ничего не делал. Вот, но молодец, все равно уважуха. Красавчик, что там, Вовка хедшот, молодец. И Руник, и вот все эти, Дин, душный, сука, красавцы. И противники красавцы. Всех люблю, всех уважаю. И немного нагибаю, да. Так или иначе, что могу вам сказать, друзья? Бинелли Игл – это мега-нагиб, без всяких шуток. Очень годно, очень глубоко. Лучшая пушка медика на данный момент. Ну, честно говорю, просто по ощущениям, прям, ну, вы сами все видели, да. Так или иначе, если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, то ставьте лайки. По желанию. Это, ну, конечно же, как хотите. Якич шите. Это обязательно. Без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию и, конечно же, нагибайте всех. Увидимся. Пока.